брату Василию Илье, моему парню, о, дедушке Диме, папе Воле, которые сейчас едут домой с рыбалки. А вот от кого? Непонятно. Но зато эта компания наверняка уже улыбнулась, возрадовалась и едут с уловом. Да, это же мы хорошо. Идем далее. Привет моему папе Владимиру. Он дальнобойщик и сейчас едет далеко-далеко. Очень по нему скучаю. Дядя Илья желает ему хорошей поездки. Здорово. Прям родственный конгломерат написал. Передай привет дедушке Вове, который тоже дальнобойщик. Так, дед, удачи тебе, легкой дороги. Люблю тебя сильно. Твой Степан. Ой, Степан. Радио Шансон. Моему любимому папе Владимиру...